Всем привет, друзья, это канал Мусадим. В работе у нас Toyota RAV4. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию четырех дверей. Двери разобрали, краткий обзор штатной шумоизоляции. Вообще отсутствует ни единого куска, ни вибра, ни шумоизоляции. Это у нас задние двери. Слышите, как гремит металл. Смотрим, что у нас по передним дверям. То же самое, ни единого куска, ни шума, ни вибра. Сейчас подготовим поверхности, приступаем, все дело исправлять. Так, друзья, закончили клеить первый слой в дверях на автомобиле Toyota RAV4. Первый слой проклеили мы вибропластом. Слышите, уже более глухой звук металла у нас образовался. И мы в дверях три слоя. Также проклеили в задней двери второй слой. Максимально все заклеили, прокатали валиком. Приступаем клеить шумопоглотитель. Закончили клеить третий слой в дверях на автомобиле Toyota RAV4. У нас проклеена задняя дверь. Называется этот шумопоглотитель турбоволна. Толщина его 15 мм. Передняя дверь. Все, собираем обшивки. Автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока.